Я родился, вырос здесь. Вырос я в Ускулонском районе, поселок Озяк. Вы знаете, есть такая поговорка: хорошо там, где нас нет. Но я бы не сказал, что где-то там лучше, чем здесь. Пришлось исколесить Россию и пообщаться с многими разными людьми. И ты понимаешь, что у нас действительно в республике Коми очень такой отзывчивый народ, такой теплый, действительно теплый. В нашу организацию входят ребята, отслужившие в погранвойсках. Ребята, которые отслужили в других родах войск, но они за наши идеи. Это патриотизм, это, опять же, воспитание нашей молодежи к любви к родине, к любви к своей республике. Ну и чтобы не забывали подвиги наших дедов. Горжусь тем, что я живу в своей республике. Мне здесь нравится, у меня жена, дети здесь родились. Покидать республику Коми я не намерен. Стараюсь и детей приучать, чтобы полюбили свою родину, республику.